Друзья мои, когда на улице в ноябре минус 4 с сильным северо-восточным ветром, Сюв с друзьями отправляется на утиную охоту. Итак, сегодня вы увидите обзор утиной охоты на канале Сюв Краснодарский. Не переключайтесь, я нахожусь в стольном городе Краснодаре, бывшем Екатеринодаре, который Екатерина подарила казакам 200 с лифигом лет назад. Здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте, с вами Сюв Краснодарский. Сегодня я вам расскажу, как охотиться на утку с подсадными чучелами и с махокрылами. Для того, чтобы качать лодку, я взял двух землекопов. Это Игорь справа и слева Петя. Для накачивания используются ноги. Лодка качается очень быстро, буквально 5-7 минут, и наша лодка накачана. Итак, находите укромное местечко для того, чтобы спуститься. Берете с собой чучела вот в таком мешке. И обязательно должен быть северо-восточный ветер. И на улице где-то минус 6, чтобы везде был лед, чтобы было очень дискомфортно. И вот так вот человек раз и поплыл. О, та-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 та. Игорь С. Та-т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 а
чучела и махокрылов. После того, как вы расставили чучела и поставили махокрылов, картиночка должна быть примерно вот такая, ребят. Вот на этом берегу мы будем сидеть, здесь наши махокрылы. Все идет по плану. Вот смотрите, включил, выключил. Ребят, когда ставите махокрыло, можно еще манок включить. Ветер северо-восточный, жуткий. Ребята, минус 6. Холодрыга такая, что просто капец. Смотрите, вода замерзает прямо на ходу. Игорь, будешь виски со льдом? Наливай. Ребят, вот так снимаются все мои ролики. Смотрите, один ложится, другой находит. И сейчас сюф ляжет рядом. Вот так вот ложатся Петя, Сюф и Игорь С. И мы все вместе говорим, что у нас была крутая охота на утку. Всех поздравляем с полем. Ребят, с полем. Сегодня за утро на эти три ружья мы взяли вот этих крыжаков на вот этих махокрылов. Собственно, все очень просто. Оставайтесь с теми, с вами Сюф. Раз, два, три. Ура! Итак, блюдо, которое я сегодня приготовлю, называется утиные языки. Шутка, ребят. Просто приготовлю уток в дровяной печи. Общипанных уток подвешиваем и шмалим. С обоих сторон. Заводим в дровяную печь. Разводим костер в ней и прогреваем ее градусов до 150-200. Ну, главное, чтобы нагрелся пот и свод. Итак, нам нужна вот такая вот керамическая посуда. Керамическую посуду выкладываем лук. Ну, лук резать можно крупно, как угодно. Выкладываем морковь. Заливаем маслом.
масла грамм 50 и солим. Перемешиваем. То есть это у нас будет такой луково-морковный настил для утки. Майонез, а дальше соль. Уточка жирненькая, желтенькая. Я ее разделал по суставам, видите? Все кости целые. Это важно, чтобы когда вы кушали, косточки вам не втыкались в рот. Итак, намазываем утку майонезом и солим солью. У кого есть адыгейская, можете взять адыгейскую. У кого есть другая соль, неважно, ту соль, которую вы любите. Итак, вот у нас две уточки. Можно вовнутрь уточек положить ее содержимое, тоже предварительно смазав майонезом. То есть желудок и сердце. Маринуем картофель с маслом и солью и выкладываем сюда же в нашу емкость. Ну, смотрите как, чтобы картошка ложилась равномерно. Можно ее уложить по периметру. Так она, наверное, будет и лучше пропекаться. Ну и, как говорится, хорошо смотреться. Вот еще одна. Дальше. Все это еще разок мы заливаем маслом. И сюда же наливаем воду. Ну, я использую кипяченую воду. Воды нужно вот столько, чтобы закрыть нашу уточку. И закрываем наше изделие вот такой вот керамической крышкой и отправляем его, этот керамический горшок, в дровяную печь. Отомление. Мы будем наших птичек томить. Ставим их на серединку нашей печи. Примерно на 3 часа. Так, ребятушки, ну что, по-моему, готово. Готово. Сейчас будем доставать. Берем полотенчика. Опа. 3,5 часа томилась, товарищ. Горячая. Ух. Как же ее взять-то так, чтобы не уронить и не обжечься. Опа. Так. Опля. Смотрим. Что у нас получилось, друзья мои? А получилось шикардос, ребят, смотрите. Картошечка вся разварилась, смотрите. Вот она какая, видите. А что с уточкой, смотрите. Видите, вот как она лежала, от нее так и полосочка осталась. Но уточка тоже, ребят, смотрите. Вся приготовилась. Вот она, красотка. А ну-ка. Спустя всю корочку. Шикарная. Очень вкусно. Очень вкусно. Будьте всегда в теме. С вами был Сюф, Краснодарский.